Доброе, ребятушки. Меня слышно там? Проснулись мы в отеле, короче. Покажу вам что-то тут. Что почем, че, а как. И потом пойдем погуляем с вами. Вид у нас, конечно, так себе. Это жилые такие домики. Со двориками. Пальма. Заметьте, никто машины на газоне не паркует ими. И, кстати, это самый-самый край Венеции. Там вот за этими домами уже, грубо говоря, не Венеция. Так, на карте вам покажу, где отель. Ага. Пойдем по номеру посмотрим. Давайте, там уже ждет. Че, по номеру тут быстренько нечего и показывать. Постель. Там окно, откуда я вещал. Вешак. Какая-то колонна посередине, непонятно. Зеркало. Телевизор. Тут маленькая душевая. А, света уже нет, потому что заяц выдернул эту карту вот туда. В общем, смотреть нечего. Колик стал заяц. Это номер 162 евро. У нас все как-то так. 116-162 евро. Пойдем. Забыл. Короче, это большой отель. Это общага. Его взял. Здесь есть и завтраки. Вот такой здоровенный. Там есть задний дворик. Это выход туда, где у нас из окна вид. Завтраки есть, но мы не покупали. Потому что лучше где-нибудь там в городе покушать. Каждый раз можно кушать в разном месте. У нас там церквушка, вон там колокола бьют в 7:30 почему-то. Рядом остановка. Вот здесь приезжает с города, а там уезжать. Что это за фрукты? А я знаю, что это такое. Это по-абхазски мушмула, а по-гречески что-то похожее тоже. Еще не спелая, зеленая. Диана, вот она. Мушмула. Заяц, это мушмула. Мушмула. Вон где-то маленькая церквушка. Это остановка. Там дальше канал. И, кстати, очень красиво здесь кафетерий. Можно посидеть. Завтра пойдем. На самом окраине. Самая окраина Венеции. Так понимаю, какая-то деревушка была. На остановке ничто. Ну, во сколько едет? Нет, где-то есть бумажки. Во сколько едет? Да, точно, точно. Не как в Праге, конечно, не так понятно. Ну вот номера автобусов, что куда едет. А здесь есть по времени. Заяц. Ай, какой красивый церковь. Эй. Что, красавица? Ой. Не стали. Куда едем? До центра. До центра. В исторический центр, точнее. У меня такая прическа, все, надо нарадоваться немного, зайца меня подстригали, да? Короче, автобус через 45 минут ближайший. Пошли прогуляемся здесь. Вот это коварно. Кафетерий. От 6 утра работает. У нас такая церквуха тут красивая. Ой, ой, ой. Ой. Можем до вниз, если хочешь. Там вообще никто не будет, он бабички тезит. Я тебе друг. Мне друг, спасибо, не надо. Что-то какой-то, наверное, церковный праздник был или что? Новый крест тут с этими.
Точно какой-то праздник был, и всякие вкуснятины тут. Всякие вкуснятины лежат. Непонятно, что они тут делают. Церкви одни бабулеты, заяц решил туда не заходить, да, заяц? Одни бабульки, говорят, там. Пойдем, я пальму потрогаю. Пальмы растут, обалдеть. Вот везут людям. Родиться здесь. Конечно, сначала это надо построить, а потом здесь родиться. Вон какой-то велосипед, колеса поснимали, ему от велосипеда очуметь. Tou vodou tady. Ta zahuštěná voda má taky prima barvu a já říkám, to udělali určitě, aby to hladilo z prostředí. Zahuštěná voda. Já zde už tože vězdě byl. Ale je to pravda, že ta barva je taková. A Matuš si říkala, že má být zvědací most. Tam, vidíš, tot most, on sebe nepodnímaje, jak v Pítere, a poворачивает se. Otočící mustek tam. No v Petrohradu už šel takhle, že jo? No, zvídací. Podnímající se most, da, здесь. Поворачивающий se. У нас в Архангельске есть речка Саланбалка, но таких домов по краям речки нету. А речка выглядит точно так же, болотистая такая. Пес. Пес Филиппес. Что-то они беспредельно там колокола звонят. Наконец мы добрались до Венеции. Это здесь вот главный, как сказать, пункт автобусов. Такой трамвай. Трамвай на колесах и почему-то с одной рельсой. Где? Одна рельса, ё-моё. На колеса. Странный. Заяц покупает марки. Хотим отправить открытку. Ну, как обычно, в общем. Он у них даже тут купил марку, налепил и отправил. Прям ящичек висит. Postcard. Mailbox. Лепи. На марке еще вот наклейки можно это все отлепить, наклеить. Ну что ты, лепи пиццу. Кстати, здесь недорого сувениры. Но, укаш. Ай, красивые. Видишь? На, кидай. Ребята, планы меняются на ходу. Сейчас опять показать вам Венецию, которую вы никогда в жизни не видели. И никто вам ее такой не показывал. Опять в автобусе. О! Ну не красота ли? Тут столько островов, тьма вообще. И все они красивые. Не знаю, как остров называется, по-моему, Лидо. Лидо. Так что... Кохамеса. Ой, конечно. Можно снять, наконец-то, маску. Вот так нас встречает остров Лидо. Там уже за этим островом открытое море, куда мы, собственно, и прёмся. Заяц там показывает, как тут проходить, заходить. Мамке позвонила. Вот, итальянцы богатый народ, а ездят вот на таких велосипедах простеньких. И вот на таких. У меня тоже такой велосипед. Но я не богатый.
А, красотища. Здесь и вода почище. Нам туда, по прямой. Ребята, остров вообще больше похож на такой, знаете, морской туристический. Не как Венеция, да, не в том стиле, а больше какой-то курортный островок. Не хватает пальм, но они тут по-любому будут. Бляха, ребята, если видели видосик из Бергамо, здесь еще больше велосипедов. Ну, на таком маленьком острове мне бы тоже не нужен был. Машина нафиг она нужна. Ну как тут красиво, прям курорт. Опа, если только приду я негде на доволе, и сам никому летела. Ай, красиво. Бляха, ребята, это рай. Рай. Прям Анапа. Был в Анапе, прям очень похоже. Кто был, тоже напишите. Есть с чем сравнить. Заяц, как обычно, там у меня тоже блогер, ё-моё. Всем надо все показать. Пальмы, ребята, пальмы. Сюда мы, ребята, идем. Вон та улочка. Заяц. Там, до права. Сколько людей. Ребята, мы тут. Ай, курорт. Да, правда, надо, где заяц он переживает. Надо было плавки брать. Да, нас нагло обманули. Можно купаться. Можно купаться в Венеции. Красота. Заяц, мусим сундать боты. Здоровенный пляж. Очень большой. А вот это все открытое море. Я думаю, вода там почище будет. Боюсь, бляха, что песок попадет сейчас в мои новые боты. Ай. Целый остров от начала до конца, весь берег, пляж. Красота. И вода чистая. Я пошел купаться. Ребята, плавок нет, но я не могу упустить эту возможность. Холодная, но очень чистая. Ребята, я вообще нарадоваться не могу. Италия, рай. Особенно Венеция. Хотя Бергамо, то что... Посмотрите, вот здесь видите. Или здесь, я уже не помню, где он там, YouTube. Но вообще, радоваться никак не могу. В общем, вход. Эй, куда ты смотришь?
Подождите. Он меня потерял из-за солнца. Камерка меня потеряла. О, вот он. Короче, вход бесплатный. Что еще? Да все бесплатно. Ну, пожалуйста, там за шезлонг только надо заплатить. Какой-то товарищ темнокожий, а вон подошел. Продает эти одеялки, чтобы себе накрыться, чтобы не сгореть. Так, пляж вообще огромный. Вот там начало начинается пляж. А вот там конец острова. Кончается пляж. На всю длину пляж. А там вот вход главный. Потому здесь и народу столько. Покажу вам водичку какую. Она такая чистенькая, чистенькая. Так. Ну, конечно, не остров Крит. Но здесь потому что мелко, потому она немножко такая мутненькая. Чем дальше заходишь, тем она, конечно же, чище. Ай. Что-то она там решила заплатить за эту деку. Дека. Ну, короче, покрывашку такую купить решила. На память, короче. Ну, колик встала та дека, ну, повидай. Боби, натягни то целі. Я потягну то дому. Да сиди сама там, я не хочу. Колик встала та дека. Хотел за них 20 евро, я сам аспо на 15. 15 евро. 15 евро, ну ладно, что делать. 15 евро за вот эту вот покрывашку. Ну так, не знаю, будет на память ей, будет ходить там везде. Заяц, все дни прости. Небо, ты хочешь указать, как она выпадает? Заяц хочет показать, как она выглядит. Ай. Ну, большая. Эх, ребята, у меня тут 2 часа пролежали, у меня все сгорело нафиг. Руки тоже сгорели. Вот, у зайца тоже все сгорело. Пойдем где-то искать что-то поесть. Вот сейчас лежится немножко. Вон какие тут сосны. Пальмы, сосны. Чего? Ну оттуда пришли. Вон оттуда. Бам. Да, красота. И оливковые деревья тут растут. Вообще, смотри, какой красотень. Ну, немножко будем, да, такие подгоревшие. Ай, какая красота. Электроскутер, заяц, машина едет. Пустим. Да, хорошо, что не полиция, я моя. Далеко мы за едой не шли. Я не знаю, ссылочки вам оставлять там на эти места или нет. У меня так много людей не смотрит, чтобы все пошли тут до кафе до этого. Ну, в общем, пока нам нравятся цены, а вкусовые качества еще не знаю. Так и добрый уход. Зайц кушает лазанья. Настоящая итальянская лазанья. Тоже второй раз в Италии и второй раз лазанья. Ребята, кафешка вообще очень вкусно все было. Даже с собой еще взяли целый пакет. Жрачки. Еду я хотел вам показать ему. Вот это очки, конечно. У меня такие были в 3 годика. Прада, я знаю. Мода. Мне такое не понять. Но было бы прикольно. Ой, ё-моё, там даже с этими с лапками. Зайцы, там были пси-брыли. С лапками были пси-брыли. Камдами.
Прям отель мечты. Красота. О, аудина какая беленькая, красивая. Зачем крышу черную делать? Ему такая жара везде. Белая машина, оставь белую крышу. Заяц все фотографирует, а я все снимаю. Да, итальянцам везет. Куча работы, конечно, все это построить, но само место, конечно, здесь все растет. Вон какая роза, обалдеть. До второго этажа ее. Она снизу начинает и до второго этажа растет. Очень много электрических машин. Очень много электрических машин. Вот это точно не электрическая. Такая маленькая пальмочка. Красота. Цветочки. Молодцы, умеют. Ребята, я должен вам этот дом показать. Вы посмотрите, прям рай. Как с открытки. Пальмы, бляха, все красненькое. Там цветочки растут. И тут тоже как с открытки. Ну да. Ребята, украинцы. Ай, ну рай прям на земле, рай. Да, ребят, насладились мы этим островком. Вообще невероятно прекрасно. Все больно сидеть. Потому что солнце шпарит, мы там все сгорели, бляха. В общем, наш речной автобус, трамвайчик, ездит каждые 12 минут, так что чуть-чуть посидим, посмотрим на этот вид и поедем до Венеции. Саец там тоже снимает этот катер. Ну, очень красиво, конечно. Дорожки все везде. Плиточкой. Да. Хау, пекло прям через футболку прожигает. Рай на земле. Я уже раз 100 повторил, что это рай. А, так и есть. Здесь, кстати, не как в Бенатках. Бенатки в Венеции. Вода чище. Другого цвета. А вон, кстати, и сама венецианские те острова. Мы быстро-быстро вернулись в Венецию. Благо, тут все близко. Очки. Что там держи? Давай. Бляха, не люблю, когда много туристов. Тут от самого этого архипелага венецианского. Этот остров с пляжем. 15 минут на вот этом речном трамвайчике. Бляха, какой тут дурдом. Ужас. Да, вон там та центральная амнистия. Что там случилось? Зайца не пускают там, да? Нет, здесь мы не были. В похожем месте были. Вон, смотри, тетка стоит, курит. Ну, жизнь, блин, да?
Я думаю, за Калибу Таратину тут ходить бы. Там себе банва чару. Ага. Да, 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 да. Надо посмотреть какие-нибудь магнитики, хренитики, нет? Мам. Зайцу магнитики не интересны. Коли того не віць. Да, жарко, трындец. Даже здесь, в этих улочках, жарко. Ну. А, бляха. Надо GoPro. Чтоб всех эти узкие улочки все можно было захватить. Сколько гондол, это ужас, как они тут расходятся. Цукам дыме зайти. Вчера мы здесь уже были. Площадь Святого Марка. Вчера мы здесь были недолго, сегодня тоже долго не будем. Все вот это вот, я тут еще возмущался, что ремонтируют в туристический сезон. Но вовнутрь можно сходить. Зайц, там стін, пойдь до стіну. Не хочеш до стіну? Зайцу у мене хреново, вона тут, бідолага, мучається. Жарко. Я тут заігрався з камеркою. Стоїть. Не знаю, як це називається. Короче, сегодня мы тоже тут долго не будем. Сегодня, правда, тут трэш. Вчера почти никого не было. Сегодня нельзя протолкнуться. Все, кандемы. Ребята, мы наконец зашли до самой главной достопримечательности Венеции. Как он себя именует, этот мустек заяц? Тоже не знаю, как он называется. Короче, как-то называется. Красивый мост. Все, пошли. Карлов мост круче. Не знаю, почему он закрыт. Он всегда был закрыт или нет. А это Гранд Канал. Это был первый мост через Гранд-канал. Тогда это были типа новейшие технологии. Вообще все удивлялись, как он так стоит и не падает. И сейчас тоже удивительно, столько людей по нему ходит. Оказывается, весь этот мост — это просто куча маленьких магазинчиков. Только надо было посередине идти, а не с краю. Не люблю столько людей. Ужас. Все фотографируются. Ай. Красота. Пойдем искать зайца. Ребята, для меня Венеция заканчивается. Нам уже очень хреново, мы все сгорели. Подожди. Что мне так дошло? Рассказывай. Короче, видео маленькое, ничего в нем нет. Это вам будет повод приехать самим и свою историю здесь сотворить, так сказать. Посмотреть все своими глазками. Так что, ребятушки,
давайте. Подписончик, лайкосик. И на встречи.